Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Star True. Сегодня мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм, костюм месяц сентябрь. В нашем интернет-магазине вы найдете все месяца времени года, с января по декабрь. Сегодня мы рассмотрим сентябрь. Сентябрь также представлен у нас в нескольких вариантов, и мы рассмотрим один из них. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Праздник осени и сказка 12 месяцев очень популярна в школах и детских садах, поэтому, возможно, ваш ребенок тоже будет играть какой-нибудь из месяцев. И вот посмотрим сентябрь. Комплект у нас входит вот такой вот головной убор шляпой зеленого цвета. На шляпе пришиты листочки, грибочки, ягодки. Вот вы можете посмотреть, здесь яблочко у нас пришито с кленовым листочком. С одной стороны шляпка уже пришита к кончику. Мягкая шляпка салатового, такого зеленовато-салатового цвета из велюра. Внутри подкладочка у нас. И также идет резиночка. То есть одевается абсолютно на любую голову, что очень удобно. Вот такая красивая шляпка. Обращу ваше внимание, что на шляпе могут быть совсем другие грибы и совсем другие овощи и фрукты, и также листочки. То есть производитель имеет право поменять. То есть если вы сейчас на видео видите один вариант грибов, то, возможно, вам при заказе придут другие ягодки и фрукты. То есть материал все будет то же самое, только, может быть, вот аксессуарчики приклеены будут немножко другие. В комплект у нас входит вот такая ярко-желтая жилеточка. Посмотрите, как красиво на ней смотрятся листочки. Разные кленовые, березовые. Также у нас здесь грибочки и ягодки. Жилеточка у нас с короткими рукавчиками. И на липучке идет. Вот на липучке. Внутри у нас подкладочка. Атласная тоненькая подкладочка. Такая вот красивая жилетка. Смотрите, как красиво сочетаются эти два цвета. Салатовый и желтый. Под жилеточку у нас одевается такая бело-кремовая, не чисто белая, такая бело-кремовая рубашечка с длинными рукавчиками. Рукавчики внизу идут на резинке. И рубашечка завязывается на завязочке. Просто обычная простая рубашечка. И в комплект у нас входят штанишки. Длинные такие штанишки, то есть не бриджи, а штаны. На резинке тянутся. Цвет штанов абсолютно такой же, как у шляпы. Вот можете посмотреть, она идет в цвет шляпы. Велюр такой мягенький. Вот так вот все прошито аккуратненько. Вот так вот вы можете здесь посмотреть. Прочное все. То есть это не на один раз. Сможете тогда какому-то другому еще комплекту одевать. Ну, может быть, на какой-то другой праздник штанишки еще пригодятся и кофточка. Вот так вот полностью набор, то есть сначала штанишки, под низ одевается кофточка, жилеточка и шляпка. Все прочное и не жаркое. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.